Кожаная куртка-косуха или жилетка с символикой клуба, шлем и, конечно, мотоцикл. По этим признакам легко угадать любитель быстрой езды на двухколесном транспорте. Павел Жиганов относится к своему байку как к живому существу и выбирал его под стать себе. То есть разные классы мотоциклов, каждый привлекает свое. Кого-то спортивные, кого-то там эндуро по езде, там по лесам. Меня вот привлекает такой круизерный, чопперный стиль. И мотоцикл такого класса, как правило, ну не то что самые яркие, но они харизматичные. Павел Жиганов – водитель с большим стажем, но за руль мотоцикла сел всего 4 года назад. Сравнивая ощущения от езды на обоих видах транспорта, он отмечает удобство и комфорт в автомобиле, но мотоцикл добавляет ему удовольствие от самого процесса езды. Хочется просто ехать. И вот когда начинаешь ехать, начинаешь отдыхать как-то морально, психологически. Конечно, ты сконцентрирован на дороге, там, внимание, там, и все дела. Но движение на мотоцикле разнится очень сильно с движением на автомобиле. Любители мотоциклов называют байкерами. В основе их идеологии лежат три символа – дорога, скорость и свобода. Байкеры объединяются в клубы, проводят различные мероприятия внутри этого движения, а также участвуют в городских событиях. Но их интересы не ограничиваются только дорогами города. Традиционно они сотрудничают с единомышленниками из других регионов страны. Больше привлекают вот какие-то дальние поездки. То есть мы общаемся с клубами из других городов. Мы ездим к ним в гости на мероприятия, на фестивали. И вот эти пробеги как раз между городами – это, наверное, вот самое ценное для байкеров. Традиционными для нашего города стали открытие и закрытие мотосезонов. В прошлом году байкеры участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных выпускникам. В этом году активисты байкерского клуба провели акцию «Внимание, мотоциклист», чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к взаимному уважению и соблюдению правил безопасной езды.